русский народ за свою историю отобрал и сохранил и возвел степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброту. Мы из всех исторических катастроф вынесли и сохранили в чистоте великий русский язык. Он передан нам нашими дедами и отцами. Уверуй, что все было не зря. Наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наши страдания. Не отдавая всего этого за понюх табаку, мы умели жить, помни это. Будь человеком. По воскресеньям наваливалась особенная тоска, какая-то внутренняя, едкая. Максим физически чувствовал ее, гадину, как если бы неопрятно. Не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками, ласкалась в тяну, стиралась. Опять навалилась. О, Господи! Пузырь! Туда ж, куда и люди! Тоска! Издевалась жена Максима Люба, неласковая рабочая женщина. Она не знала, что такое тоска. С чего тоска-то? Максим Яриков смотрел на жену черными, с горячим блеском глазами, стискивал зубы. Давай, матерись, полайся, она, глядишь, пройдет тоска-то. Ты лать-то мастер. Максим иногда пересиливал себя, не ругался, хотел, чтоб его поняли. Не поймешь ведь? Почему ж не пойму? Объясни, пойму. Вот у тебя все есть, руки, ноги и другие органы. Какого размера, это другой вопрос. Но все, так сказать, на месте. Заболела нога, ты чувствуешь. Захотела есть, налаживаешь обед. Так? Ну? Максим легко снимался с места. Он был 40-летний легкий мужик, злой и порывистый. Никак не мог измотать себя на работе, хоть работал много. Ходил по горнице, и глаза его зло блестели. Но у человека есть также душа. Вот она здесь, болит, Максим показывал на грудь. Я ж не выдумываю, я элементарно чувствую, болит. Кузнец Филипп Насеткин, спокойный, уважаемый в деревне человек, беспрекословный труженик, вдруг запил, да и не запил вовсе, а так стал прикладываться. Это жена его, Нюра Заполошная, это она решила, что Филя запил. И она же полетела в правление колхоза. И там устроила такой переполох, что все решили, Филя запил. И все решили, что Филю надо спасать. Главное всех насторожило, что Филя схлестнулся с Саней Неверовым. Саня человек очень странный, весь больной, весь изрезанный. И плеврит, и прободная язва желудка, и печень, и колит. И черт его знает, чего у него только не было. И геморрой. Он жил так. Сегодня жив, а завтра надо еще подумать. Так он говорил. Он не работал, конечно, но деньги откуда-то у него были. Деду было 73. Петьке, внуку, 13. Дед был сухой, нервный и страдал глухотой. Петька, не по возрасту самостоятельный, длинный, был стыдлив и упрям. Они дружили. Больше всего на свете они любили кино. Половина дедовой пенсии уходила на билеты. Обычно, подсчитав к концу месяца деньги, дед горько и весело объявлял Петьке: «Ухайдакали мы с тобой 5 рубликов». Петька для приличия делал удивленное лицо. «Ничего, прокормят», — говорил дед. Имелись в виду отец и мать Петьки. Дед Петьке доводился по отцу. А нам с тобой-то для пользы. Садились всегда в первый ряд. Дешевле, и потом дед лучше слышал. Но все равно половину слов он не разбирал, а догадывался по губам актеров. Иногда случалось, что дед вдруг ни с того ни с сего начинал хохотать. А в зале никто не смеялся. Петька толкал его в бок и сердито шипел: «Ты чего? Дурак! А как он тут сказал?» – спрашивал дед. Петька шепотом пересказывала деду в самое ухо, не снижая темпов. «Хе-хе-хе!» – негромко смеялся дед уже над собой.
А мне так не показалось. Иногда дед плакал, когда кого-нибудь убивали невинного. «Эх вы, люди!» – горько шептал он и сморкался в платок. Вообще, он любил высказаться по поводу того, что видел на экране. Когда там горячо целовались, например, он усмехался и шептал. «От черти! Ты гляди, гляди!» Хе. Если дрались, то дед, вцепившись руками в стул, напряженно и внимательно следил за дракой. В молодости говорят, он охотник был подраться и умел. «Нет, вон тот не, это слабый, а этот ничего, верткий». Впрочем, фальшь человек. В 20-е годы в нашем селе жил и ярко действовал некто Лёсин, подпущепиков Алексей. Рассказывают, невысокого роста, смуглый, резкий, Лёсю боялись как огня. Он был смел и жесток, отчаю. Вовсе вышагнул он за черту, когда зарезал собственную жену. Жена, сколько-то прожив с ним, заявила, что хватит. Больше выносить его гульбу и поножовщину ей не по силам. И ушла. К отцу и матери. Лёся подкараулил ее и дважды под ножом спросил. «Будешь жить со мной?» И дважды решительная женщина сказала «нет». Лёся ударил. Собрались три бледно-зеленые больничные пижамы решать вопрос, как мужику в одной лодке переплавить через реку волка, козу и капусту. Решать стали громко. Скоро перешли на личности. Один носатый с губами, похожими на два прокуренных крестьянских пальца, сложенных вместе, попер на Лобастова терпеливо. «А ты думай, думай! Он поплавит капусту, а волк здесь съест козу. Думай! Уж голова на плечах, а не холодильник!» Лобастый медленно смеется. «Этот Лобастый, он какой-то загадочный. Иногда этот человек мне кажется умным, глубоко, тихо умным, самостоятельным. Я учусь у него спокойствию». Четко вспомнилась другая ночь. Она была черная, эта ночь. Они с отцом и с младшим братом Кузьмой были на покосе километров 15 от деревни, Кучуругов. И вот ночью Кузьма захрипел. И днем в самую жару потный напился воды из ключа, а ночью у него завалило горло. Отец разбудил Матвея, велел поймать Игореньку, самого шустрого Меренка, и гнать в деревню за молоком. «А тут пока огонь разведу. Привезешь, скипятим, надо отпаивать парня, а то как бы не решился он у нас», — говорит отец. Матвей слухом угадал, где пасутся кони, взнуздал Игореньку и, нахлестывая его по бокам волосяной путой, погнал в деревню.